Станислав Воскресенский познакомился с работой Ивановского медицинского колледжа. Здесь готовят студентов по трем специальностям – сестринское дело, лечебное дело и фармация. В одном из кабинетов встречи с главой региона ждали волонтеры-медики. У них есть предложение к губернатору. У него, к собравшимся, тоже. К Станиславу Воскресенскому обратилась Ксения Разуваева, руководитель конкурса «Доброволец России», с идеей провести в этом году в Ивановской области международный форум волонтеров-медиков. Это более 50 стран там обычно принимают участие, но я сказал, что я с вами посоветуюсь. Готовы ли мы будем принять такой форум? Что вы про это думаете? Сделаем форум? Ребята охотно согласились, ведь это возможность, не выезжая за пределы своего региона, познакомиться с лучшими медицинскими практиками мира. Нам есть что показать, у нас очень активные ребята. Это и как в медицинских колледжах, так и наша медицинская академия. У нас есть большой, богатый опыт, который мы готовы транслировать, готовы брать новый опыт, который есть в других регионах. И такой бы форум для нас был бы хорошим скачком для развития не только добровольчества, но и всей системы здравоохранения в целом. Ивановский медицинский колледж уже второй год является площадкой регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Здесь все готово, чтобы проверить навыки студентов по компетенции медицинский и социальный уход. Обстановка максимально приближена к реальным условиям. Здесь даже с кроватью нужно уметь обращаться. Она функциональная, с электроприводом. Далее кабинет оборудован расходным материалом, который нужен для ухода за больными, средствами дезинфекции, стерилизации. Здесь вы видите средства для перемещения пациентов. Последнее – это приспособление для перемещения пациента вот в кровати этой функциональной. Навыки ухода за больными студенты-участники чемпионата продемонстрируют в среду. Школьники аналогичные испытания будут проходить в Кинешемском медицинском колледже. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.